сейчас будем проезжать мост Римский. И сниму еще видосик. Выезжаем на мост. Dentro de 500 metros llegarás a tu destino. А, не по Римскому мосту. Римский мост проходит, сейчас покажу, справа от нас. А это мост уже для... не показать мне. Ну, Римский мост, смотрите в моих прошлых видео о Кордове. А этот мост уже построен для нормальных жителей. И, кстати, раньше этого моста не было. Очень долгое время его не могли построить. Мы находимся на самой оживленной площади Кордовы, Plaza de las Tiendas. Получила свое название эта площадь от небольших ремесленных магазинов, которые здесь располагались много лет назад. На этой площади находится конная статуя Гонсало Фернандеса де Кордова, скульптура дворянина и рыцаря, известного как Великий Капитан. Она выполнена из бронзы, за исключением головы, которая сделана из мрамора. Площадь окружена историческими зданиями, кафе, магазинами. На этой площади, на одном из зданий, расположены куранты, которые отбивают часы и четверти часа звуками фандага, народным испанским инструментом. Santo Rosario, por la señal de la Santa Madre de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Почему он грустный? Потому что вот там его брата разделывают. Вот такой прикольный магазинчик. La Guardia del Gato. Главное, замечательно. Не хулиган. Escuela Superior de Arte Dramático. А рядом магазин кашемира и шелка. Очень красивые витрины были. Ну, как-то неудобно снимать там люди внутри. Магазин Las Carmelas. Для детей. Вот такой маленький переулочек. Ну, где-то, наверное, меньше 2 метров. Только глянет над Москвою утро вешнее, золотятся помаленьку облака. Выезжаем с тобой вдруг по-прежнему. Каждый раз Кордова нас встречает высокой температурой. Время 1:00 ночи, 31 градус. Мы в испанском городе Кордоба на площади Тендиес. Середина июля, поздний вечер, хочется поужинать. Поужинать хочется плотно и с комфортом. Заведений много, но, как всегда, очень шумно, потому что это же испанцы. А нам хочется тишины, прохлады и вкусной еды. По отзывам в Google картах выбрали ресторан Тендиес Синка. Он открыт до 2:00. Это, кстати, большой плюс. Остальные заведения, как правило, здесь уже к 12 закрываются. Так что сейчас пройдем туда. И при монтировке ролика я прикреплю картинку, скрин с карт Google, где находится этот ресторанчик.
Сегодня мы находимся в Кордобе. Время позднее. Большая часть кафе, баров, ресторанов закрыта. Но мы нашли по Google Map прекрасный ресторанчик, который работает до 2 ночи. Это нас и подкупило. Отзывы очень хорошие. 4,3 балла. Здесь работают замечательные ребята. Владислав и Виктор. Владислав и Виктор? Да, Владислав и Виктор. Рекомендую этот ресторан. И под видео смотрите ссылочку, где он находится. Прекрасное обслуживание. Подкупило то, что Владислав разговаривает на русском. Он из Молдавии. Очень приятное обслуживание. Вот такое винцо попиваем. Называется «El marido de mi amiga». Муж моей подруги – козел. Ну или баран, кому как нравится. Не стала я на камеру снимать, что мы заказывали, напитки и еду. Но, поверьте, все было очень вкусно и подача была красивая. Рекомендую ресторан к посещению. Цены вполне разумные.